это оптимальный комфорт в общении. Конкуренция между, условно говоря, партией войны и партией миром. Вот то, что сегодня принято на это постановление, если вы будете еще умы, по сути, это такое, это заявление Верховной Рады, декларация, по определенной политической позиции относительно тех событий, которые случились в Украине за прошлый год. Плана на нашу позицию, плана на возвращение Крыма. Ну, очень